МТС банк непосредственно запустил сервис денежных переводов в Турцию. Появились новые правила для продажи алкогольных напитков. На днях буквально в Алании был спущен на воду самый большой пятиэтажный корабль для ежедневных, естественно, прогулок. Скоро, а именно в конце февраля, в Аланию приезжает известная группа, которая называется... Значит, к концу 2023 года инфляция достигнет 22%. Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на YouTube-канале агентства недвижимости и строительной компании «Лига Real Estate». Сегодня в эфире «Лига News». Это наша еженедельная рубрика, в рамках которой мы делимся с вами самыми свежими, интересными и полезными новостями о жизни и отдыхе в Турции. Меня зовут Мария, и обычно на этом месте сидит Денис, но сегодня он почему-то задерживается. Надеюсь, что попозже он к нам присоединится. Да-да-да! Чего это я задерживаюсь? Ёлочка! Как говорится, самые актуальные сейчас аксессуары. Февраль, согласен. Но на улице, как декабрь, холодище нереальное. Ты знаешь, не могу с тобой не согласиться, и, наверное, это первой новостью пусть у нас и станет. Она у тебя есть? Да. Вот про холод, да? Да, давай. Конечно. Дорогие друзья, январь в Алании в этом году был потрясающе теплым, и многие уже расслабились и говорят, классная зима в Алании, можно и не покупать зимнюю одежду. Но мы-то, те люди, которые здесь давно, точно знаем, что это очень обманчиво, потому что февраль считается настоящим зимним месяцем. Сейчас ночью температура опускается до плюс 1, плюс 2 градусов, а днем температура воздуха примерно плюс 9, плюс 10. Важно учитывать, что за счет ветра это ощущается намного холоднее. Давай, у тебя есть еще новости какие-то? Конечно, слушай, у меня их много, естественно. Дни каникул подходят к концу, но на данный момент в дни школьных каникул горнолыжный вот комплекс Анталии, который все ты любишь рассказывать у нас про него, переполнен. В общем, расположен этот курорт в 37 километрах от центра Анталии. Ну и, соответственно, в дни школьных каникул там просто битком. Переполнено огромное количество людей, детей. Выпало огромное количество снега. Прям, что больше называется... Больше 1 метра уже. Да, полтора у меня даже указано. Полтора метра, да. Ну и, соответственно, люди катаются и на санках, и на лыжах, и на плюшках, и на картонках. Новость у меня, которая взбудоражила, наверное, в начале прошлой недели. Потому что был достаточно большой шторм, да, особенно в Анталии, потому что там невероятные кадры мы получали в разных соцсетях. Ну и, соответственно, он не прошел, как говорится, стороной. Значит, в Анталии ловят сбежавшую рыбу с фермы. Да, вот представляете. Значит, огромные, ну, тут конкретно не указано, но всяких, ну, видимо, ферм рыб, это как-то подобное. Значит, огромные волны, вызванные штормом, про который я сейчас сказал, повредили ферму по производству рыбы. Да. Десятки тысяч чупры, да, собственно говоря, дорады по-нашему, попали в море. Жители, естественно, воспользовавшись этой возможностью, устремились с удочками на пляж. Прям сразу. Удача, что называется. После того, как изображения рыбы были опубликованы в различных социальных сетях, в аккаунтах, естественно, все ринулись на пляжи. Любители, рыбаки, профессионалы и обычные. Ну и, соответственно, заполнены были пляжи. Сети рыбаков, непосредственно вышедших в море, тоже были заполнены рыбой. А у меня, Денис, есть новость, которая поднимет настроение очень многим, и в том числе тем, кто планирует прилететь к нам в Турцию. А именно, это новость о том, что авиакомпания Turkish Airlines снова начала принимать оплату российскими картами. О. Я думаю, многие знают о том, что эта возможность была заблокирована, это было невозможно сделать, но сейчас национальный авиаперевозчик Turkish Airlines снова принимает оплату за авиабилетами картами российских банков. В службе поддержки компании эту информацию подтвердили и сказали, что операции осуществляются не только с помощью карт МИР, но и в том числе картами Visa и MasterCard. Важно понимать, что сейчас далеко не каждая операция проходит. Иногда нужно сделать несколько раз после того, как вы получили отказ. Но если вдруг у вас не произошло списание или списание произошло дважды, то эта сумма снятая возвращается на счет в течение 2 рабочих дней. Поэтому, кто ждал возможности, обязательно ее используйте. Я хотел попозже зачитать, ну, что называется, пошли у нас разговоры про финансовые моменты. Значит, банк
Это не реклама, но это очень важная информация. МТС, банк непосредственно, запустил сервис денежных переводов в Турцию. МТС банк объявил о реализации сервиса денежных переводов в Турцию. Получать их можно будет здесь, непосредственно в отделении почта в Туркиш, вот, ну, почта Турции. ПТТ, да. Вау. Это да, через приложение? Это вот, да, ключевым преимуществом сервиса банка являются лимиты на переводы карт и счетов, открытых в МТС-банке, естественно. Максимальная сумма разового перевода составит 400 тысяч рублей, в рублях, естественно, все здесь. Еженедельная сумма 800 тысяч рублей, ну а ежемесячный лимит не более 3 миллионов рублей. Если вдруг есть какие-то вопросы непосредственно как пользоваться, то я думаю, что в принципе эту легкую информацию можно найти в интернете. Так что пользуйтесь, это хороший, классный новостной, как говорится, моментик. Ну, не будем тогда останавливаться и продолжим хорошими новостями вас радовать. Я думаю, многие слышали, мы вам об этом рассказывали, о том, что в Турции очень сильно поднялась оплата за частные школы. То есть обучение в частных турецких школах, оно стало стоить в 3 или в 4 раза дороже. И вот сейчас министр образования Турции сообщил, что будет серьезная проверка по поводу стоимости питания, книг и услуг сервисов в частных школах. Потому что после того, как вы оплатили годовой контракт, ежемесячно вы оплачиваете сервис, питание, форму, учебники, какие-то дополнительные моменты. Я знаю точно, что 2 года назад при поступлении в частную школу 3500 лир стоил комплект учебников. Если это перевести на деньги сейчас, на сегодняшний день, наверное, это будет 1012 лир. Ну, представляешь, да, вот да, так. Прилично. За учебники заплатите 12 тысяч лир, в то время как минимальная зарплата 8500 лир. Так вот, эта проверка произошла из-за того, что многие негодовали, началось специальное расследование о чрезвычайном повышении оплаты. И самое главное, министр образования еще раз напомнил, что все дошкольники в стране получают бесплатное питание. И у каждого, кто учится в государственной школе, есть возможность воспользоваться этой опцией. И есть еще новость, тоже она, ну, около фермерская такая, да, больше. Значит, жандармерия Анталии охраняет фруктовые сады фермеров. Значит, командование жандармерии Анталии, отряды общественной безопасности жандармерии и команда с жандармерией начали следить за тем, чтобы предотвратить кражи цитрусовых, авокадо и банановых садов. Значит, который, естественно, является единственным источником непосредственно тех самых фермеров, тех самых граждан. Работа будет продолжаться непосредственно до сбора урожая. Отряды жандармерии с целью предотвратить кражи в цитрусовых садах и сельскохозяйственных угодьях работают в различных районах и Анталии, ну и, соответственно, в разных регионах для того, чтобы охранять. Есть у меня еще одна новость, Денис, которая повергла в шок очень многих людей своим громким заголовком. А именно заголовком о том, что появились новые правила для продажи алкогольных напитков. Ты заметил, да, какие-то новые правила? Слушай, нет. Нет, ну-ка давай. Я тоже не знала. Но теперь в Турции для продажи и производства алкогольных напитков ввели новые условия. А именно, все алкогольные напитки, кроме пива, должны будут продаваться исключительно в упаковке из стеклянного материала. То есть... Ну, пластик, понятно, что уже, да, типа нету. Да, нет. Но еще есть такие металлические, наверное, алюминиевые банки разные. Это тоже теперь все под запретом. Но самое главное, конечно же, не только стеклянная упаковка. В страну нельзя будет ввозить алкогольные напитки, объем которых меньше 50 мл и больше 3 литров. Опять же, за исключением пива. Если вдруг, представь себе ситуацию, ты увидел в Duty Free, бывают такие огромные фляги, подарочные вот бутылки, качели, да, качели, виски, да, да, качели, да, да, которые многие привозят. Они от 5, по-моему, да, от 5 литров. Их действительно очень многие привозят и покупают, потому что в Турции очень дорогой алкоголь, и мы тоже про это много раз говорили. Теперь это под запретом, просто изымут на таможне. А теперь у меня к тебе вопрос на засыпку, что не называется. Давай, засыпай. Как ты думаешь, сколько тратит турист во время отпуска в Турции в день денег? Ну, во-первых, естественно, турист туризму рознь, но в среднем, я думаю, что, наверное, мне кажется, ну, если там в эквиваленте евро или доллара, то, наверное, там, ну, не знаю, 100-200, что-нибудь такого. Наверное, в день. На одного человека? Ну, наверное, да. Ну, там поесть, хотя нет, больше. Наверное, 200, да? 200. Давай 200. Смотри, доходы Турции от туризма в прошлом году превысили 46 миллиардов долларов. Да, да, это действительно было очень важно. На этот год поставили цель для туристической индустрии заработать более 56 миллиардов долларов. Еще больше. Да. Далее. Власти надеются, что иностранцы в среднем будут тратить 95 долларов в сутки в нынешнем году. В прошлом, чтобы ты понимал, примерно 65 долларов в день была эта сумма. Маханул я, конечно. А к 2028 году уже 118
долларов в сутки на одного человека. Еще очень важно сказать, что главная задача – это довести доходы от туризма до 100 миллиардов долларов в 2028 году. В прошлом году у нас было 46, а хотят 100, то есть два раза больше. К новостям, так сказать, около туризма. Я думаю, что многие знают о том, что в Алании, как и во многих других туристических городах, существуют, естественно, различные виды прогулок. Я имею в виду морские, там, пешие, все-все прочее. Ну и, соответственно, есть у нас порт, где стоят те самые красивые пиратские большие яхты, корабли, не знаю, по-разному их можно называть. Так вот, друзья, прям новость, что называется, свежачок. Самый большой прогулочный корабль спущен на воду в Алании. Значит, на днях буквально в Алании был спущен на воду самый большой пятиэтажный корабль для ежедневных, естественно, прогулок. Весом он в 1400 тонн. Корабль строился на вербях в Манавгафте, ну и, соответственно, после различных молебен, потому что, я так понимаю, это какая-то традиция морская в том числе, ну и, может быть, турецкая. Корабль легенды «Большой король», называется он так, если переводить дословно, который, естественно, завораживает своим величиной и архитектурным строением, спущен на воду. Новый корабль был построен непосредственно взамен, помнишь, несколько лет назад, был пожар, и сгорело несколько кораблей, и так вот взамен него сгорело несколько, построим один, говорят. Значит, и было построено непосредственно вот это красивейшее судно. Значит, на корабле будут работать 50 человек, помимо кухни, ресторанов и баров, которые будут обслуживать всех гостей одновременно. Здесь будет еще и детские площадки. Помимо возможности, о которой только что рассказал Денис, совершить прогулку на пиратском корабле, есть еще одна очень интересная опция. В этом году исполняется 100 лет Турецкой Республики. И в честь этого будет проходить огромное количество мероприятий. Мы в каждом выпуске вам рассказываем. Так вот, ближайшее мероприятие – это Технофест. И пройдет он уже с 16 по 19 марта. Сначала в Измире, потом в Стамбуле, а потом уже в августе и в Анкаре. Что это такое? Это такой конкурс, где, по сути, 102 разные подкатегории и различные соревнования, различные задачи. Они показывают свои изобретения, и призовой фонд составляет более 13 миллионов лир. То есть ты за свое изобретение, за свою какую-то новинку можешь еще и выиграть денежный приз. Это очень-очень важно. Этот фестиваль проходит уже не в первый раз. Каждый раз увеличивается количество подкатегорий. И самое главное, что для каждого участника выделяется материальная помощь на подготовку своего изобретения. Скоро, а именно в конце февраля, в Аланию приезжает известная группа, которая называется группа Сплин. Даже не верится, что такая группа приезжает к нам в Аланию. А самое приятное, что наша компания Лига Реал Эстейт непосредственно принимает в этом участие. Мы являемся спонсорами данного мероприятия, поэтому обязательно ждем всех наших подписчиков, всех наших клиентов на этом концерте. Надеемся, что вы получите огромное удовольствие. Кто-то воплотит, возможно, свою мечту. У меня есть новости, еще несколько, они такие серьезные. Во-первых, значит, к концу 2023 года инфляция достигнет 22%. То есть снизится. А сейчас сколько? Сейчас она вот на последний момент была зафиксирована в декабре 2022 года 64%. А снизится до 22%. Но! И тут прямо утверждение. Мы не изменили своих прогнозов, говорит он. И согласны, и наши прогнозы на конец 2023 года на уровне 22,3%. А прогноз на конец 2024 года, тут сильно оптимизм у человека, до 8%. Больше всего в году подорожали, конечно, жилье и коммунальные услуги на 80%, ну а также алкоголь, напитки, ну и, соответственно, транспортные различные услуги. Поэтому будем надеяться, что вот человек, который является президентом Центрального банка, прав, и у их прогнозы какие-то как на чем-то обоснованы. Значит, еще быстренькая новость. Значит, Алания занимает второе место в Турции по продажам квартир. После Стамбула? Нет. Вот, если честно, я вижу первый раз этот город. Эсеньюарте.
Синьорте. Вот такой город. Я не знаю, то ли это город, то ли это район. В общем, там было продано 36 тысяч квартир, а в Алании 26 тысяч квартир. Так, ну и две последних новости, они связаны с автомобилями. А мы думали, с драками верблюдов. Нет, ну драка была практически, потому что в конце свадьба. Ну а какая свадьба без драки? Ну, все-таки больше про автомобили. Значит, давайте более-менее сначала по статистике пробежимся. Значит, в прошлом году, в 22-м, естественно, количество ДТП в Анталии значительно, естественно, увеличилось. Да, хотелось бы, чтобы уменьшилось, но нет. Начальник полиции Анталии поделился подобными данными о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в Анталии в 22-м году. Согласно данным, в 22-м году произошло 8608 дорожно-транспортных происшествий. Из них 94 со смертельным исходом, 109 человек погибли, но 11, собственно говоря, 1828 человек получили различные ранения разной степени тяжести. По состоянию на конец 22-го года количество автомобилей и мотоциклов увеличилось на 8 всего процентов. На 8. Я думал, на 108. А нет, всего лишь на 8%. И составило 1 675 тысяч единиц. В 22-м году значительно, естественно, увеличилось количество нарушений и штрафов иностранными водителями. Итак, в 22-м году число погибших иностранцев в аварии составило 6, а количество раненых 678. В принципе, не так много, но в любом случае это всегда печально, когда это происходит. Так что будьте внимательны и осторожны. А что касаемо штрафов, так вот у меня новость последняя связана непосредственно. Водитель в Стамбуле не уступил дорогу 112 и был оштрафован. Значит, водитель, даже не один даже, а водители 5 автомобилей свадебной колонны, про свадьбу я говорил, которые не уступили дорогу скорой в Стамбуле, были оштрафованы на 118 487 лир. За нарушение, естественно, закона о дорожном движении транспортное средство было запрещено к движению на 60 дней. Но действительно, законы равны для всех, и 118 тысяч, мне кажется, все, что набрали молодожены, на штрафы спустили, собственно, их гости. А мы с Денисом на этой неделе поспорили. Спорили буквально всю неделю, и даже сегодня перед съемкой новостного нашего видео продолжили это делать. А результат вы сможете увидеть на следующей неделе в нашем новом выпуске, и мы очень-очень сильно просим вас проголосовать, потому что у нас здесь всем офисом буквально разделился на за тебя и за меня. В общем, обязательно посмотрите наш новый выпуск на следующей неделе, и мы будем ждать именно ваше мнение. Ну, а на этом у нас Лига Ньюс подошел к концу. Мы всегда рады, открыты и ждем с нетерпением, возможно, новостей от вас. Вот, да, пишите в комментариях ваши новости. Пишите, звоните, приезжайте, рассказывайте. Мы в любом виде, что называется, их примем и здесь обсудим. Ну и, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь вместе с нами. Спасибо всем. Мария, Денис, Лига Ньюс. Пока.